Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, мы в гостях у магазина Glanch, и на мне марка одежды, которую производит Франческо и Давиде, и носит название эта одежда The Glancher. На мне брючный костюм, потрясающе скроенные брюки. Посмотрите, в виде лампасов имеют вышивку вот таким бисером, такими украшениями, но при этом совершенно эти брюки меня не полнят, не добавляют эти несколько сантиметров за счет объема вышивки. И вообще могу сказать, что брюки, конечно, в этой марке это лучшее, что я видела. Если вы смотрите мои видео давно, вы знаете, что была марка, которая мне очень нравилась. Я считала, что у них были лучшие брюки по посадке, пока я не зашла в магазин Glanch и не встретила эти прекрасные брюки. Вы могли обратить внимание, что моделей одежды в магазине не очень много, ограниченное количество, но представлены эти модели в разных тканях. Например, эти брюки я уже мерила просто в черном цвете. Ткань гладкая, хлопковая, плотный хлопок. Я мерила также их в голубом цвете. Это был комплект с жилетом. Многие подумали, что это комплект из денима, хотя на самом деле ткань просто похожа, прежде всего за счет цвета. И в данном случае на мне точно такие же брюки, но они сделаны из ткани, которая, безусловно, говорит о том, что этот костюм, он не повседневный, он скорее для выхода, для вечеринки, так же, как и пиджак. И безумной красоты пиджак. Он скроен на как мужской, у него широкая линия плеча, у него фактически прямой крой, он прекрасно смотрится, его можно носить также самостоятельно, как мини-платье. Комбидресс есть такой же в бежевом цвете с пайетками, в черном цвете, очень красивый. И посмотрите, какой безумно красивый комплект получился. Комбидресс плюс пришли наконец-то пояса из атласной ткани с перьями. Давиде завязала мне на очень красивый бант, и посмотрите, какой потрясающий комплект. На самом деле, я очень долго вертелась перед зеркалом, возможно, даже Франческо успел заснять что-то и выложить сторис как раз-таки с момента съемки. И я знаю, что когда я снимаю, когда я примеряю одежду, ребята очень любят на меня смотреть, потому что видно, что эта одежда мне очень нравится. На самом деле я нашла марку, которая стопроцентно отвечает эстетике того, что мне нравится носить. Качество ткани тоже я много раз обращала внимание, что ткани натуральные, ткани очень необычные за счет этого и стоимость изделий, и также, например, очень многим понравился в Инстаграме, мне очень понравился. Я пришла сегодня, спросила, есть ли этот пиджак и можно ли его примерить. Но оказалось, что было выпущено всего несколько моделей, возможно, три, и все уже распроданы. И на примере как раз-таки этого изделия я узнала, почему отделка перьями, отделка пухом. Это очень дорогая фурнитура, она должна быть очень качественной, чтобы она служила годами, если была использована в отделке. На мне черное платье, хлопковое, с потрясающе красивым декольте, такой же вырез очень красивый и на спине, отделка кружевом макраме, его сейчас хорошо видно, один ярус платья отделан кружевом макраме, платье прекрасно сидит, чувствуешь себя в нем на самом деле Золушкой из сказки, которая надела красивое платье, потому что очень красивый силуэт. Повторюсь, я в который раз убеждаюсь во время примерки, что некоторые вещи выглядят достаточно обыденно, когда они висят на вешалке, возможно, ты не понесешь их в примерочную. Хотя сейчас я вижу, что и лиф платья отделан кружевом макраме, но вещи потрясающе скроены. На самом деле они имеют очень красивую линию, очень красивый силуэт создают. Это платье есть также в белом цвете и будет выпущено в версии без кружева макраме, просто в хлопке. Это платье длинное, я примеряю его в обуви на каблуке. Будет выпущена также версия для обуви без каблука, и как раз таки эта версия будет, скорее всего, без кружева макраме. Просто белое, просто черное, возможно, также в других материалах, отличных от хлопка. Я уже говорила, что концепция марки – это выпускать одну модель в нескольких разных тканях, в разных цветах и, возможно, в разном принте.
Следующий комплект – это юбка, выполнена из ткани, в котором выполнено платье, которое я уже примеряла, показывала. На мне также жилет. Этот жилет есть в белом цвете, а также в голубом цвете, который очень многие приняли за деним. Я тоже его примеряла, показывала. Эти жилеты предлагается носить с брюками, предлагается носить также с шортами. Они выполнены из той же самой ткани, из которой выполнен жилет. То есть, если белый жилет, то и белые шорты. Если голубой жилет, голубые шорты, и черный, соответственно. Но вот такой комплект получился из юбки Maxi длина плюс жилет. Плюс Давиде предложил использовать пояс. Мне очень понравился этот комплект. Наверное, носить подобный пояс – это для смелых, фэшн-смелых особ. Я себя к ним отношу. И, скорее всего, подобный пояс в белом цвете я себе приобрету и буду носить тоже поверх своих двубортных жакетов. Вы знаете, я очень люблю пояса. Когда я похудела, я стала их использовать гораздо чаще, чем раньше, когда я полнела в живот. И могу сказать, что итальянки тоже очень любят пояса, используют их достаточно часто. Это особенно видно здесь, в летнем стрит-стайле на море. Следующий комплект – это комплект, который я примерила первым. Я взяла рядом расположенные вещи. Я всегда говорю, пожалуйста, обращайте внимание, как вещи расположены в торговом зале. Неважно, в какой магазин, какой ценовой категории вы заходите. Вещи, расположенные рядом – это вещи, которые хорошо между собой сочетаются. Это значит, что если вам приглянулась розовая блуза и висит она рядом с белыми шортами, вы сможете носить эту блузу и красиво сочетать с белым низом. Это может быть юбка. Это могут быть брюки, либо шорты, как в моем случае. Добавляем сумку. Сумки, представленные в магазине, это тоже сумки римских дизайнеров, которые также молоды, как и марка The Glange. И это сумки очень необычные, необычные цветовые сочетания, необычная фурнитура. И ребята выбрали как дополнение к своим комплектам, также и необычные сумки. Сегодня, кстати, про сумки у нас тоже состоялся очень интересный разговор, в том числе про сумки Birkin. Если у вас есть вопросы, которые вы бы хотели задать Франческо и Давиде в следующем прямом эфире, чтобы я их озвучила, оставьте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео, и мы поинтересуемся мнением Давида и Франческо, которые, на мой взгляд, очень хорошо разбираются в том, что красиво и в том, что стоит носить женщине. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь, очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.